Накануне в центре Будапешта произошел мощный взрыв. На месте инцидента работает полиция. Жители окрестных домов были эвакуированы. По информации СМИ, взрыв произошел на первом этаже торгового центра, расположенного недалеко от площади «Октагон». По последним данным, в результате инцидента пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы. Оба они госпитализированы. Позднее начальник главного комиссариата полиции Венгрии Кароль Паб заявил, что целью преступников, организовавших взрыв в Будапеште, были стражи порядка. Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное. Столичные власти уже назначили награду за любую информацию о возможных злоумышленниках.